Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на торговой сессии в пятницу. Меня зовут, наконец-то, Александр. И сегодняшнюю торговую сессию мы с вами проведем вместе. Давайте рассмотрим наиболее важные события сегодняшнего дня в экономическом календаре. В 8.55 по времени GMT выходит новость индекс деловой активности в секторе услуг Германии, в 9.30 индекс деловой активности в секторе услуг Англии. И также стоит выделить новость, которая выходит в 15.00 по времени GMT. Это индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ICM. Новости, не сказать, что сверхважные, но так или иначе, в пятницу любая новость может вызвать очень высокую волатильность. Сегодня ожидается, что на рынке будет она повышенная. Если мы с вами рассмотрим инструменты наиболее популярные, которые торговали всю неделю, хочется обратить внимание на нефть марки Brent. Brent сейчас торгуется на уровне 84,6. Нефть находится в восходящем тренде. И есть очень высокая вероятность того, что сегодня в течение дня восходящий тренд продолжится, и мы с вами увидим значение 86, возможно, даже 86,5, это предыдущий уровень с высокой вероятностью, которого цена сможет до него дойти. Из других наиболее интересных инструментов евро-доллар, плюс-минус похожая ситуация по валютной паре фунт-доллар. На текущий момент времени мы видим, что цена находится в восходящей коррекции. На мой взгляд, что так или иначе нисходящий тренд возобладает, и по евро-доллару текущую коррекцию я буду рассматривать как возможность продать по более высокой цене с целью до нижнего уровня 1.05. S&P 500 здесь точно так же, как и по евро-доллару, мы ожидаем небольшой коррекции и дальнейшего снижения с целью 3900. Биткоин. На текущий момент времени биткоин также после коррекции и появления на рынке позитива, многие трейдеры взбодрились и ждали дальнейшего роста по биткоину, но на текущий момент времени настроения очень сильно поменялись и, вероятнее всего, биткоин также продолжит дальнейшее снижение с целями 21.20. Это перспективы на ближайшие несколько недель. На текущий момент времени из наиболее важных событий мы с вами обсудили практически все. Вам хочу пожелать успешной торговли, зарабатывайте вместе со Markets и всего наилучшего. До свидания.